Снаружи здание 15-й школы Бреста в эти дни выглядит вполне привычно, чего не скажешь о помещении столовой. На ее месте сегодня настоящие руины. Повсюду бетонные глыбы, строители и гул работающей техники. Именно здесь к новому учебному году появится современный пищеблок и уютная столовая. Необходимость проведения реконструкции пищеблока и школьной столовой назрела давно. И это обусловлено тем, что нашему учреждению образования 62 года. За это время проводилось косметические ремонты, проводились, также была частичная замена оборудования. На данный момент ремонт проводится во всех помещениях пищеблока и фасада здания пищеблока. Ремонт ведется, можно сказать, с чистого листа, потому что остались только несущие стены, а все перегородки, которые отгораживают цеха и специализированные кабинеты, будут возведены заново. Стоит отметить, что капитальными или текущими ремонтами этим летом традиционно будут охвачены все учреждения образования города. А вот реконструкция пищеблока осуществляется еще в двух учреждениях. И даже несмотря на объем работы, каждая строительная бригада старается справиться с ним, чтобы сделать все в срок и качественно. На сегодняшний день проводятся масштабные работы по текущим ремонтам. В учреждениях образования всего в городском бюджете на эти цели было предусмотрено изначально в начале финансового года более 3,5 миллионов рублей. По решению руководства Брестского горосполкома, председателя горосполкома, практически эти средства к середине года были удвоены. Ведутся мероприятия по ремонту тех объектов, которые вошли в план устранения недостатков, выявленных комитетом государственного контроля. Ведутся работы по асфальтированию и оборудованию пешеходных связей в учреждениях общего, среднего, дошкольного образования. Ведутся ремонты по санитарных узлов. Ведутся ремонт кровель учреждения образования. Ведется ремонт пожарной сигнализации. В общем, достаточно масштабные работы проводится в этом году при подготовке к начальному учебному году. Обновленные пищеблоки будут соответствовать всем предъявляемым требованиям, оснащены современным технологическим оборудованием и позволят обеспечить качественное питание обучающихся. Для этого проведена необходимая работа, закуплено необходимое технологическое оборудование, подобраны кадры, разработан рацион питания. Это значит, что уже 1 сентября мальчишек и девчонок брестских учреждений образования ждет только все самое лучшее.